Так, ребятки, всем привет. Вот, собственно, летняя резина. Вы все меня давно спрашивали, интересовались. Я работаю в такси, как я храню резину, что она у меня в идеальном состоянии. Езжу я на ней 2-3 сезона, откатываю полностью километраж. Вот, смотрите, вот эта резина проездила на передке сезон, сезон на задке. Вот резина, которая ездила только один сезон, она еще второй будет ездить на передке. Так, что мы делаем? Мы берем с вами ребзя. Как мы должны ее подготовить? Во-первых, повытирать. Ну, резина плюс-минус чистая, как видим. Заезжала она сюда, когда была сухая погода. Диски сухие, видите. Берем вот такой вот. Можете просто на насосе у вас. И меряем давление. Манометр называется. У нас двушка, две атмосферы. Нам нужно спустить давление где-то от 1,5 до 1 атмосферы для зимнего хранения. То есть нажимаем и погнали. Спускаем, стравливаем вот так. Здесь специальный носик есть. Можно ключом от машины еще что-нибудь спускать. Вот сюда вставили, на вот этот пыпчик нажимаете. Спускается колесо у вас на золотнике. Все элементарно просто. Единственное, что холодный воздух отсюда идет. Спускаете. Равномерный износ, как видите, у меня на резине везде. И проверяйте периодически, до какого момента вы спустили. Вот, спустили до 1 атмосферы. Еще раз перепроверяем. 1 атмосфера. Шикарно. Закручиваем и подписываем колесо, где оно у нас стояло. Это у нас было не туда, куда вы хотите поставить, а где оно у вас стояло. Это колесо у нас было переднее правое. Также мы переворачиваем вот здесь вот эту часть, протираем и пишем. Передняя буковка П. Правая тоже буковка П. ПП через тире. Так подписывают все грамотные люди, в том числе и я. Вот можете другой фломастер взять, который пишет. Вот. Передняя, правая. Подписали. Теперь аналогичную ситуацию делаем мы с другим колесом. Тряпочкой попротирали его по кругу. Провернули. Видите, это уже мокрее. Ну, я думаю, протирать тряпкой или щеточкой, вы сами знаете как. Меряем, сколько у нас. Двушка. Спускаем. То же самое. Так, берем. Тоже нам надо это колесо спустить до 1 атмосферы где-то примерно. 1,5, 1. От 1,5 атмосферы до 1. Проверяем. Ну, сейчас 1,5. Я люблю чуть поменьше хранить, чтобы колеса реально корт отдыхал, резина отдыхала, пока хранится. Еще чуть-чуть. Литье, кстати, не рекомендую. Тоже очень сильно там меньше 1 атмосферы спускать. Вот 1,2 где-то. Все. Берем, закручиваем на место наш колпачок металлический. Тряпочкой протираем колесо, диск. Все равно, я думаю, когда вы поменяете резину, потом в следующий год захочется и машину помыть. И пишем здесь, что у нас это какое колесо. Это тоже правая сторона, но задняя. Протерли П, правая, и буква З, задняя. Пишите, на следующий год, когда вы достанете, вы же будете знать. Вот покажи. ПЗ. Правая, задняя. Резину Росаву использую я. Дорогую не покупаю. Ну, как бы это бюджетный сегмент, который проверено годами. Все автобусники, все ездят на этой резине. Как вы думаете, таксисты? Поэтому, почему? Потому что они идиоты. Нет. Вы ошиблись. Они ездят потому, что это самая рентабельная резина. Так. Так, ребятки, теперь следующее колесо тоже таким же образом. Меряем, сколько у нас тут давления, двушечка. Спускаем. Это у нас получается передняя левая. Следовательно, надо написать ПЛ. Сейчас меряем.
полторы, еще чуть-чуть. Очень удобный вот такой манометр. Все, закручиваем на место колпачок. Видите, как вот там колпачки металлические, здесь пластиковые. Это, значит, на монтажечке у меня подмутили его. Протираем, ищем вот здесь и пишем переднее, левое, ПЛ, вот так. Все колесо берем. Следующее колесо также откручиваем. Вот видите, тут металлическая часть уже у нас, колпачок. Так. Спускаем. Я знаю, что здесь душечка, вы можете померить. Ну, сколько оно спускается? Несколько секунд оно спускается. Даже минуты нету, за минуту вы его полностью спустите. Вот тут 1,3, еще чуть-чуть спускаю. Это у нас заднее левое. Проверяем. Единичка, чуть больше 1,2. Закручиваем. Переворачиваем. Ищем место. Видите, здесь есть надпись, а есть без надписи на корке. Вытираем тряпочкой, пишем. Задняя, левая, ZL. Наводим. Вот так. Все, теперь покажу, как я ее храню, складываю резину, собственно говоря, и где это происходит. Так, ребятушки, складываю вот так вот я. Один на один колеса. Летние получается, да? Они у меня вот так лежат. В сарайчике, в помещении, не в погребе, не на улице. В сухом помещении лежат еще, собственно, до следующего лета, до следующего сезона. Вот, потом еще вот эти диски могу там, колпачки сверху поскладывать, они веса не имеют. Не бойтесь, храните так резину, проверено, ничего с ней не случается. И диски, и железяки, все так лежит, ничего не ведет. Все чики-бомбони. Ребятушки, добра, бабла, позитивчика. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Так, ребятушки, всем привет. И сегодня хотел бы я вам, собственно, дополнить видосик. И объяснить, почему, собственно, использую Росаву. Ну, Росаву использую по многим причинам. Первое из каких, потому что это дешевая резина. Это первый и главный, собственно, довод. То, что она дешевая, стоимость колеса в районе 600-800 гривен. Если покупать как бы колесо дороже, да, то есть какая ценовая категория идет дальше, не считая китайской резины, то есть дальше ценовая категория идет где-то 1200-1500 гривен за нормальное хорошее колесо, которое бы хоть чем-то качеством отличалось, да, то есть было реально лучше. Но вопрос в чем, проходит ли это колесо больше? Да, оно проходит больше, может быть. И, как показывает практика, больше прохаживают эти колеса на 10, максимум 15 тысяч километров. Следовательно, если это колесо проходит, к примеру, 40 тысяч километров, да, а то и более, а то колесо проходит 50, то рентабельности нету абсолютно никакой покупать дорогую резину. Тем более, если ты ездишь в такси, ездишь по городу, не гоняя, смысла нету покупать дорогую резину. Дорогая резина показывает свои качества только где-то на трассе, либо же в какие-то там гололеды, там дождливые погоды и так далее и тому подобное, в зависимости от сезона. Так что, ребятки, такие делишки, как показала практика, и действительно покупают все автобусники, все таксисты, просто обратите внимание, в своем городе они покупают резину, если это Россия — Кама, если это Украина — Росава, если Белоруссия — то Белшин. И катаются, собственно говоря, на этой резине и не заморачиваются. И такое колесо, если пробил, то его можно даже не чинить, выкинуть, купить просто новое. Всегда есть в наличии. Рисунки подолгу не меняются. То есть, если этот рисунок в этом году, скорее всего, он будет и в следующем году. И вы сможете купить реально эту резину и докупить ее и поставить. Если ты пробил колесо, к примеру, за 600 гривен, и ты его поменял,
А вот если ты пробил колесо за 1200 гривен, и ты его поменял, то есть 50 долларов, разница как бы в два раза, а то и больше. Так что вот такие, ребятушки, дела, как показывает практика, проще покупать и выгоднее такую резину. И сами понимаете, автобусники, они просчитывают все, километражи, какая проходит резина, и таксопарки в том числе, сколько проходит резина. Так что такое мое мнение, и не только мое. Добра бабла, ребятушки, позитивчика вам. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайкосики и пишите свои комментарии, какую резину используете вы.